Попить чай с депутатом, который еще и на вопросы ответит. Еще недавно это была мечта, но в рамках проекта «На связи с губернатором» это уже реальность. Именно в таком свободном формате прошла встреча жителей железнодорожного района Самары с представителями власти. Пригласили специалисты Министерства социально-демографической политики, Департамента социальной защиты и поддержки населения, Земельный комитет мы пригласили, врачи. И сегодня пожилой человек, придя, может не только получить высококвалифицированную консультацию на интересующие вопросы или по выплатам пенсионным или социальной поддержке, но и пройти, сдать некоторые анализы, так как у нас здесь присутствует большое количество врачей. Такой формат рассчитан на пожилых людей, которые просто из-за возраста не могут попасть на прием к нужным чиновникам и депутатам. А тут можно сразу все вопросы задать, получить ответ и быть уверенным, что проблема будет решена. В основном это вопросы проблемы жилищного коммунального хозяйства. Кому-то неправильно начисляют за капремонт, приходится разъяснять и выяснять. Кому-то неправильно делают перерасчет. Вопросы вот у некоторых по поводу незаконных требований об установке водяных счетчиков. Но мы стараемся решать их оперативно. Связываемся с управляющими компаниями, с администрацией района. Пенсионерка Валентина Дюкова тоже пришла на встречу со своими вопросами. Уверена, такие посиделки правильные и помогают людям быстрее доносить до власти свои проблемы. То, что здесь происходит, я считаю, что правильно. Мы разговариваем и с соцработниками, и разговариваем с депутатами, и это самое, задаем свои вопросы. Близко, с глазу на глаз. Это очень правильно. Встречи с жителями города в рамках проекта «На связи с губернатором» будут продолжаться. Так власть надеется стать ближе к жителям города, чтобы совместно решать общественные проблемы и задачи. Андрей Трой, Алексей Золотенков. События.